Понятие «молодой специалист» было очень популярным в советское время, остается таким же и сейчас. Огромный плюс состоит в том, что бывшие студенты не остаются без работы, попадают в коллектив, имеют перспективы. Кирилл Лопатин – молодой специалист, агроном открытого акционерного общества «Горняк», который попал сюда по распределению после окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Профессию выбрал, потому что было довольно интересно. Изначально я планировал пойти чуть более дальше, то есть, возможно, получить магистра. Мне предлагали в моей академии остаться, но решил выбрать сельское хозяйство, пойти на практику, посмотреть как, что и почему. Было интересно. Вот уже 4 месяца работы. Могу сказать, что работа крайне интересная. Работа на складе и подписание документов, поездки в райисполком, отчетность, подготовка к посеву, посев культур. Все это требует контроля. Маленькое приключение каждый день. Приходишь сюда и не знаешь, где окажешься и как потом будешь оттуда возвращаться. Но, в принципе, весело. Сегодня аграрная отрасль развивается динамично, независимо от внешних угроз. И ответственность за внедрение новых технологий, обустройство сельских территорий, создание имиджа сельского труда сегодня лежит на молодежи. Поэтому поддержка государства – огромное подспорье. Материальная помощь, гарантии занятости, жилье, льготы. Выплаты есть как молодому специалисту. Это подъемные были. Также была выплачена мне стипендия. По поводу жилья мне предоставили общежитие. Наш Солигорский край гордится людьми труда. Благодаря золотым рукам сельских тружеников, мудрости и опытности живет и процветает солигорская земля. Старшие коллеги стараются передать свой опыт и знания молодым работникам. Всегда подскажут, направят, дадут дельный совет. Вливаясь в коллектив, где-то что-то подскажут, посоветуют, есть к кому обратиться, есть непосредственное руководство. Хочу выделить Константина Борисовича Липая, который работает в сельском хозяйстве очень долго и помогает влиться во всю эту обстановку. ноября Кирилл Лопатин был награжден на мероприятии, посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сердцем отданной о справе. Мне было приятно получить награду от района, и что меня выделили как молодого специалиста, начинающего в данной области. Все было организовано очень хорошо. Красиво была показана продукция, которая производится в районе. Приятно. Не скажу, что это лишнее или можно было лучше. Приятно. В 2022 году в открытое акционерное общество «Горняк» приехало 5 молодых специалистов, а в 2023 году 7 человек. Как сказал Виктор Целогуз, руководитель открытого акционерного общества «Горняк», крайне важно интересоваться жизнью своих подопечных, радоваться их успехам на первых рабочих местах, следить за профессиональным ростом. Молодые специалисты – это серьезный потенциал для развития любой организации, это вклад в будущее.